Ветераны ГМК-62 молодежного городского клуба снова вместе за дискуссионным столом. На этот раз собрание проходит в особняке Клота, а в хрущевскую оттепель, когда родилось новое сообщество, 10 инженеров, 2 журналиста, архитектор, социолог, 2 врача, школьный учитель и турист собирались на разных городских площадках – от актовых залов вузов до ДК Дзержинского. Клуб стремительно расширялся. Константин Титов, экс-губернатор Самарской области, сейчас общественный деятель, тоже начинал свою карьеру политика в ГМК-62 в дискуссионном клубе «Колокол». Ну, мне атмосфера понравилась. Атмосфера свободная, никто ни на кого не давит, не навязывает свое мнение. Вот эта работа в ГМК-62 наряду с последующей комсомольской работой научили многому меня. Научили дискуссии, научили возможности работать с людьми, уважать чужое мнение, относиться к нему, может быть, и критически. Да, это вправе, но с уважением. Так что я благодарен, что в моей судьбе, в моей жизни был такой этап, очень серьезный этап по линии общения с активом, с творческим коллективом ГМК-62. Вячеслав Климов, Исай Фишгойд, Всеволод Ханчин – легенды самарской оттепели. Этих отцов-основателей ГМК-62 уже нет с нами, но их соратники еще продолжают работать и с нежностью вспоминают те времена. Все друг друга знали по работе, но когда встречались в неформальной обстановке в клубе, общение выходило на другой уровень доверия и взаимопомощи. Игорь Ващинин, первый президент джаз-клуба, признается, для них это была жизненная необходимость. Элементарная демократия появилась тогда, хрущевская оттепель так называемая. Ну и появилась необходимость перестройки всего молодежного движения, организации молодежной и так далее. Поэтому вполне естественно, что мы, тогдашние обитатели Брода, Бродвея, улицы Куйбышева между Некрасовской и площадью Революции, собрались и начали думать, а как же мы перестраиваться будем? Как куйбышевская молодежь вставала на новые жизненные рельсы, можно было увидеть на выставке в музее Клота. Около 30 фотографий рассказывают о концерте Владимира Высоцкого, о конкурсе молодых пианистов имени Кабалевского, о Грушинском и джазовом фестивалях и о простой жизни куйбышевцев того времени. Те проекты, которые ГМК-62 вывел на орбиту не только самарскую, но и российскую, потом те люди, которые и сейчас находятся в строю, через наставничество помогают нашим ребятам сформулировать свою гражданскую активную позицию, это, в принципе, говорит о том, что ГМК-62 не останавливается, и что Самарская область – это тот регион, где мы друг друга поддерживаем, и где история имеет вот ту непрерывность, которая определяет всю, собственно говоря, целостность нашей российской культуры». Выставку фотографий о деятельности ГМК-62, посвященную юбилею организации, готовили несколько месяцев. Выбирали из 1000 снимков, как государственного, так и личных архивов. Дополнили экспозицию ретро-нарядами, которые были в моде у куйбышевцев в 60-70-х годах прошлого века. Выставка по наблюдению организаторов оказалась востребованной как у молодежи, так и у ветеранов. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.